В Национальной библиотеке презентовали новый календарь «Чувашский край» в памятных датах и фотографиях. Каждый день года — это памятная дата. Все сведения выстроены в хронологическом порядке и включают в себя наиболее значимые события с древнейших времен и по нынешний день. У этого издания есть своеобразный прототип. В 2001 году увидел свой первый летописный календарь «Чебоксары» в памятных датах. 3000 экземпляров разошлись достаточно быстро. Зародилась мысль, а почему бы не сделать летописный календарь «Чувашский край» в памятных датах и фотографиях. Начали работать, собирать материал, и он у нас состоялся. И, можно сказать, это как краткая чувашская энциклопедия. Здесь и события, здесь и люди. Такой календарь он нужен во всех школах, во всех учреждениях культуры. Да и любому человеку, кто интересуется историей края. По словам Анатолия Князева, календарь может стать своеобразной визиткой республики. Даже не стыдно любому вручить приезжающему в гости в Чувашию. И прочитав этот календарь, можно иметь уже представление о Чувашии, о республике, о людях, о знаменитости чувашского народа. Тоже очень много, емко. Тираж 5000 экземпляров уже вышел в свет. Из них 3000 пойдут в учреждения образования и культуры, а 2000 – в свободную продажу. В планах также сделать календарь формата А4 и каждой дате подобрать фотографию. Дмитрий Точилов, Татьяна Филатова, Николай Яковлев, Республика.